Привет, мои сладкие, привет, мои хочется грядки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя. И сегодня мы снова с вами будем делать конвертики. Я приготовила вот таких вот три конверта. Нашла у себя. Не помню даже откуда. Это, по-моему, из Икеи. У меня был набор конвертов. И вот у меня осталось три. Они очень классные, такая дизайнерская бумага плотная, ламинированная, у них такой большой клапан, вот, на клейкой основе тоже. И мне нравится, как они вот здесь сделаны, то есть они не полностью закрывают, а здесь вот как-то так окошко такое есть, то есть видно будет сразу вложение. И по желанию можно будет украсить, например, вот это вот место, если у вас есть бумага. Итак, у меня появился принтер, наконец-таки, и я сделала распечатки пробные с Ривердейлом. Конечно, бумага у меня была отстойная, надо купить новую, но не хочу выкидывать эти распечатки, хочу что-нибудь пустить на конверты. Поэтому, скорее всего, мы сегодня с вами сделаем вот такие вот прикольные конверты в стиле Ривердейл. Хочется отобрать какие-нибудь иллюстрации. Ну вот, может быть, вот это. Хотя, если я ее наклею, она вот на весь размер конверта, и получается, что адрес некуда будет вклеивать. Поэтому давайте, наверное, возьмем Арчи. Возьмем Веронику. И возьмем Бака. Вот. И все у нас будет в едином стиле. Я уже приготовила коробку со скотчами. В основном, мне кажется, нам понадобится красный и синий. Ну, может быть, что-нибудь еще другое. И я приготовила вот такие вот 4 вида бумаги. Взяла вот такую вот крафтовую в линеечку. Взяла вот такую вот в горошек синий. Взяла вот такую вот синенькую новогоднюю. У нас же сейчас зима. Тоже может пригодиться. Она, кстати, двухсторонняя. Здесь просто как фон можно использовать. И взяла вот такой вот у меня обрывок красной бумаги. Тоже, мне кажется, подойдет. Так что давайте приступим и посмотрим, что у нас получится. Thank you.
what you want from me, but I don't know what happened. Like, I don't know how we got here. She woke up and... Ну что, ребят, мы закончили, у нас получились вот такие вот три конвертика. С Вероникой я решила сделать такой вот красненький, потому что она все-таки девушка, и здесь есть красные блики. И я хочу в будущем сделать здесь окошки адресные под цвет, тоже может быть будет синенькое, красное, чтобы перекликалось. Затем с баком я решила сделать вот так вот. Только две такие вот звездочки здесь, и синий скотч тоже будет здесь синее или красное окошко, потому что здесь красные блики есть. Вот здесь сверху я сделаю свои адреса, и вот такой вот конверт с Арчи у нас получился. Все очень просто, незамысловато, я решила сильно не заморачиваться, но все вот как-то в едином таком стиле, вот. И был бы у меня еще четвертый конверт, я бы сделала еще четвертый. И четвертый точно был бы тоже красного оттенка, тогда был бы такой вот набор. Так что вот такие вот конвертики получились. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Если хотите еще одно подобное видео, где я украшаю конверты, то ставьте пальчики вверх и пишите в комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч. Не забывайте писать друг другу письма и радовать друг друга. Пока-пока.